Всем привет! Вчера к нам обратился клиент из города Благовещенск, Амурская область. Ему нужна была эпоксидная грунт-эмаль для покраски трех станков, один токарный и два фрезерных. Краску он заказал по каталогу Урал трех цветов. Самый большой объем цвет по каталогу Урал 60-29 зеленый 3 килограмма, синий 50-10 2 килограмма и красный 30-20 1 килограмм. Краску мы приготовили, перелили в пластиковые емкости для более надежной доставки до города заказчика. Если вам также нужна эмаль для вашего станка, пишите в комментариях к этому видео, заходите на мой сайт, пишите в Viber, WhatsApp, а также заходите в мой телеграм-канал. Всем отвечу.